В Австралии откроется первая в стране тюрьма для террористов. Власти считают, что это позволит остановить распространение радикальных убеждений. В специальном учреждении будут соблюдаться условия строгого режима. На строительство тюрьмы власти выделят 47 миллионов долларов. Добавлю, сейчас за распространение террористической идеологии в Австралии под стражей содержится более 30 человек. Все они отбывают наказание в тюрьмах штата Новый Южный Уэльс.